Wake up and understand the theater is death. Yes, what? Можете ли вы себе представить, что однажды вы проснулись и обнаружили, что театр умер? Что бы вы стали делать? Я думаю, что могут умереть только конкретные формы театра, которые мы знаем. Вы знаете, что весь европейский театр от России до Америки базируется на основании тех форм, которые сложились еще в буржуазную эпоху в XVIII веке. Эта структура предполагает сцену-коробку, в которой разыгрывается пьеса, публику в зрительном зале. Так вот, эта конкретная форма театра может умереть. Но человеческая природа нуждается в самопознании, которого она достигает, наслаждаясь игрой. Существуют, конечно, и другие формы самопознания, но эту ничто не может заменить, потому что среди потребностей человека, таких как еда, питье, продолжение рода, сон, существует потребность в игре.